Сегодня в Москве начала работу Государственная Дума России 7-го созыва. Напомню, что в Чувашии в парламенте страны представляют 5 депутатов. Алена Аршинова, Леонид Черкесов, Валентин Шурчанов, Анатолий Аксаков и Олег Николаев. О том, что происходило сегодня в охотном ряду, нам рассказала Алена Аршинова. Сегодня состоялось первое пленарное заседание Государственной Думы 7-го созыва. И Чувашская Республика была представлена сегодня в полном составе. И была в рабочем состоянии, дисциплинированно, системно участвовала в работе нашего заседания. Кроме того, конечно, хотелось бы сказать, что сегодня нам была оказана высокая честь, открывал наше заседание президент Российской Федерации Владимир Путин. Очень важно, он сегодня отметил, что ему импонирует шестой созыв тем, что многое удалось сделать, и поблагодарил предыдущего спикера, и очень важно сохранить преемственность и, конечно, сделать все, чтобы сохранить традиции и российского парламентаризма, и те традиции, которые были наработаны уже в шестом созыве. Мы выбрали на пленарном заседании и председателя Государственной Думы, и избрали сегодня вице-спикеров, избрали сегодня также председателей комитетов, определили состав комитетов, поэтому я согласно этому составу комитетов, который был утвержден, продолжаю работать в комитете по образованию, поэтому я надеюсь, что все те программы, которые мы начинали в шестом созыве, будут продолжены и впредь.